Я приветствую всех участников 100-дневного воркаута. Меня зовут Антон Кучумов. Сегодня 23 сентября, а это значит, что пора давать старт нашей программе. Как вы уже знаете, 100-дневный воркаут – это бесплатная массовая онлайн-обучающая программа, в рамках которой в течение 100 дней мы будем давать вам информацию о тренировках, питании, фитнесе и воркауте, чтобы в итоге научить вас тому, как нужно заниматься, чем нужно питаться для того, чтобы получать те результаты, которые вы хотите. Для этого мы разработали программу, которая базируется вокруг таких всем известных упражнений, как отжимания, подтягивания и приседания. Мы хотим показать, что упражнения с собственным весом в совокупности с правильным питанием действительно могут изменить вашу жизнь. Наша программа специально рассчитана на тех, кто только начинает свой путь в воркауте или просто хочет привести себя в хорошую форму. Ежедневный воркаут состоит из трех блоков. Первый блок – базовый. Он длится в течение 50 дней с 1 по 50. Его основная задача – научить вас заниматься с самого нуля. В рамках этого блока мы, во-первых, детально разберем все те упражнения, которые вы будете выполнять в своих тренировках. Мы поговорим о технике и о тех моментах, на которых нужно делать акценты в первую очередь. Мы также разберем вопрос питания. Вся вторая неделя будет посвящена именно этому вопросу, чтобы у вас не было темных пятен. Дальше. Второй блок, продвинутый. Мы будем добавлять элементы воркаута в наши тренировки. То есть помимо базы будем делать еще и разные интересные упражнения. Но подробнее об этом я расскажу после. Третий блок, он же турбо-блок, специально для тех, кто в течение первых 90 дней наберет действительно приличный уровень и захочет бросить себе самому вызов. У вас будет такой шанс на последней неделе, которая действительно станет настоящим испытанием для тех, кто решится ее пройти. Всю информацию о схеме тренировок, по которой будете заниматься уже сегодня, вы сможете найти в инфопосте по ссылке. Скажу сразу, мы остались верны круговым тренировкам как наиболее эффективному методу подготовки начинающих. Вы будете выполнять 4 упражнения друг за другом без отдыха и отдыхать не более минуты между кругами. То есть, например, сегодня вы будете делать подтягивания, приседания, отжимания и еще раз приседания без отдыха друг за другом. Также рекомендую минимизировать время, которое вы отдыхаете между разными упражнениями. То есть после того, как вы сделали подтягивание, не нужно идти куда-то, чтобы приседать. Вы можете присесть сразу на месте. Для большей наглядности сейчас я вам продемонстрирую, как я делаю один из кругов. Не знаю, как погода в вашем городе, а у нас довольно мокро и грязно. Поэтому без перчаток просто-напросто никуда. Я начну с базовых рекомендуемых повторений. Это 5 подтягиваний, 10 отжиманий и 10 приседаний. Вот. Но главное вначале не переусердствовать. Когда вы только начинаете тренироваться, лучше начинать медленнее и постепеннее входить в режим, чем перетренироваться и затем давать себе несколько дней отдыха. На этом сегодняшний видеоблог закончен, и теперь пришло ваше время, чтобы изменить себя. С вами был Антон Кучумов. До встречи на следующей неделе.